Скажите несколько слов об отношении к муслиму. Я очень хорошо отношусь к муслиму. Я считаю, что он красив. Я считаю. Я так понял, что это цветы для муслима, да? Значит, я к нему отношусь как очень хорошо, считаю, что он прекрасный певец, знаю его лично, и он очень-очень хороший человек.